Привет, друзья! С вами Ирина и Елена, магазин h2voda.com, Киев, Украина. Сегодня мы покажем вам разницу между старым прибором H2 Wellness и новым прибором, который называется H2 Wellness Lux. В общем-то, по внешнему виду они практически идентичны, но есть одна главная особенность. Прибор H2 Wellness – это обычный электролизер, где генерирование водорода происходит за счет двух электролизных пластин без участия протонообменной мембраны. Если вы обратите внимание, на бутылочке H2 Wellness, в бутылочке H2 Wellness пузырьки идут в виде тумана, мелкий-мелкий туман. Бутылочка H2 Wellness Lux уже имеет мембрану протонообменную, которая называется Nafion 324 компании DuPont. Пузырьки идут таким сплошным потоком. Вы видите, мощное генерирование. Бутылочка на 350 мг. И сейчас мы вам расскажем о ней подробнее. Удобное горлышко для питья. Наливать воду можно, просто открутив верхнюю крышку. И это достаточно удобно. Бутылка очень легкая. Поэтому, несмотря на то, что в бутылке нет переходников для бутылочек из супермаркета, это не мешает бутылке быть одной из самых популярных моделей в нашем магазине. Также в этой бутылочке есть особенность. В бутылочке отходят газы, кислород, озон и хлор, если он растворен в воде, через вот это отверстие. Производитель пишет, что необходимо через 5 генераций открыть эту емкость и вылить образовавшуюся воду. Но мы отследили, что практически не образуется воды, очень мало, она высыхает сама. Это недорогая бюджетная бутылка, именно для того, чтобы вы пользовались ею во время поездок, во время командировок, в городе, во время спорта, каждый день дома или на работе. Самая популярная и бюджетная бутылка на сегодняшний день, которая существует среди отличных генераторов водородной воды. Концентрация в этой бутылке достигает 1,2 ppm. Сейчас мы вам продемонстрируем с помощью капель концентрацию в этой бутылке. Концентрацию мы измеряем с помощью капель H2 Blue и с помощью маленькой пробирки, куда мы наливаем 5 мл испытуемой воды. Сейчас мы продемонстрируем. Ира нам наливает 5 мл водички для измерений. Приблизительно измеряем так. И концентрацию с помощью капель H2 Blue. Ира капает по одной капельке в пробирку. Капли должны обесвечиваться при наличии водорода в воде. Какое количество капель капнули? Приблизительно столько концентрации в ppm. Это измерения достаточно приблизительные. Сколько уже? 5. Сколько? 5. 6. 7. 8, 9, 10. Вот уже почти не обесвечивается, еще 11, 1,1 ppm. 1,1 ppm, как, собственно, и обещал производитель. Концентрация в бутылке составляет 1,1 ppm или 1,1 мг на литр воды. Приглашаем вас всех на наш сайт h2voda.com, чтобы выбрать себе генератор водородной воды. Мы будем рады проконсультировать, обращайтесь в любое время. Ирина и Елена, пока!